Слышь, Ваня, что это вы тогда железякой разговариваете? На позапрошлой машине до аэродрома дотянул. С развороченным фюзеляжем, перебитыми тягами. Такая вообще летать не должна. Нас не долетела. Тимитхан отправился к родным валам. Боже, деда. Возможно, мы зокайта. Саляма. Оплана. Вася, я бы здесь водички напиться. Мы на поясе. Фиридеги. Сейчас пойдем вернемся. Она ларешина были Оплана. Сегодня по этой улице не ездят, сегодня на ней радуются. Мужчины, ваши награды у вас на груди, а их награды в наших сердцах. Сейчас увидите наш народный танец, Хайдарма называется. По-русски «Возвращение». Война, сынок, здесь происходит. Тебе в своих стрелять придется. Приступить к операции. Открывайте, НКВД. Султан! Согласно приказу, все лица татарской национальности объявляются изменниками Родины. Я крымский татарин. У меня сын герой! Зайна, бегите! Тихо, стрижка! Крымские татары! Предатели советской Родины! Через 15 минут начнется погрузка по машинам! Я же сказал, на сборе 15 минут. Приказы конвоя выполнять четко и беспрекословно. Шаг вправо, шаг влево. Конвой стреляет без предупреждения.